А что случилось? Я думал, ГАИ уже нету, полиция, а тут все, как в старые добрые времена. Что, человека забрали документы? Скажите, Леонидович, как вы проезжали перекресток, просто объясните. Вы объясните, нет, вы объясните, как вы забрали документы. Я нормально проезжал, а как я ненормально проезжал перекресток? Ну, тоже проезжал. Нормально, остановился и проезжал. Давайте сделаем, давайте по закону, вы что, отдадите человеку документы, чтобы он не был заложником? А он не заложник. Не, ну как, ну я смотрю, он стоит вам, доказывает, кланяется, вы сидите его маринуете, в чем никто дело? Никто не маринует, просто Александр, человек проезжает, там, значит, кто-то. Ну. Я остановился. А он как бы... Так, ну, давайте, подождите, есть... командир, я остановился? Ну, остановился. Ну. В чем проблема? Продолжали движение как? Хлебная машина повернула направо, я потихоньку поехал. Как за вас зовут? Машину. Я извиняюсь. Виктор. Да. Виктор, послушайте, вы скажите, Виктор нарушил? Что? Нарушил он что-то? Ну как нарушил? Ну как нарушил? Он нарушил или не нарушил? Он правила нарушил? Да, ну как нарушил? Нет, конечно. Он да нарушил да, или? Нарушил. И можно это увидеть? Увидеть? Да. Что? Ну в видеорегистраторе, свидетель. Где это видно? Есть это? Есть кто-то это видел? Есть у вас уже видеорегистратор, у полиции же должно быть оборудование уже. Вам создал аварийную обстановку? Не аварийную обстановку, он проезд перекрестка нарушил. Не поклонился вам? В чем проблема? Не поклонился. Ну вот стоит он, да. Он говорит, что он не нарушил. Вы мне начинаете рассказывать, вроде я нарушил, вроде не нарушил. Вы как подошли, бы... да. Я, да. Ну, я подошел, я, потому да, что я смотрю, подошли, что да. Документы его у вас в руках. Да. Вы царем сидите в машине, он кланяется перед вами как раб. Человек на рабочей машине работает да. В сезон. Вы отдыхаете, а он работает. А мы ну как это? Там я здесь работаю по просьбе нас, мэр города, да. Мы чистим пляж. Можно я поеду? Можно. Выезжайте, а мы с ними разберемся дальше. Спасибо. Не за что. Вы расскажите, как вас налили? У вас же есть, должен быть видеорегистратор. Вы ошибаетесь очень сильно. В смысле вы мне не должны? Как вас зовут? Максим. А где ваш значок, Максим? Какой у вас номер? Я просто хочу обратиться к вашему руководству, Х0403, узнать, на каком основании вы ничего не должны никому. Это как? Ну вы подошли ко мне. Ну вы можете как-то заехать? Ну как непонятно? На ногу наедете. Счастливо, едь. Счастливо, давай. Все нормально, езжай. Спасибо. Да не за что, удачи тебе на дороге. Спасибо. Давай.